Две женщины были воспитаны слабыми, затюканными, зашуганными. В результате у нас послевоенное поколение 40-50. Вот они оказались очень слабыми морально. Мужчин не было, несколько было примерно. А сейчас вот смотрю на вас, на здоровых мужиков, понимаю, есть кого примерно. И ты с бородой. Мишка был нормальный, пока не опидорасился, он не обезобразился. Взял бритву и стал безобразным. А так был нормальный, хороший мужик с бородой. Да, вот то, что там заговоры, бла-бла-бла, масонная власть уже давно, подкопы и все это такое. Это как кинорежиссерский труп. Все равно? Конечно. Ну, ты хоть одного масона видел? А Анунака? Анунака? Ну, Анунаки. Ну, ты видел, живем. Нашел, потрогал. Вот ты Анунака, я тебе верю. То есть, получается, кто-то нам, для того, чтобы мы, по своему собственному разумению, не могли додуматься, как между нами друг с другом общаться, вот к этому можно прийти, Серега говорит, Серега, ты мне там делаешь архитектуру ВАСТу, а я тебя буду кормить, одевать, значит, там, и катать на машине. А я это вместо этого думаю, так, надо пойти поэксплуатировать Яночку, чтобы она там работала, работала, еще раз работала 12 часов в сутки. А я у нее еще как руководитель буду 43% зарплаты от этой работы. Значит, будет что Сереге заплатить. Вот кто? А нам в результате подсовывают всякие сказочки. Про Анунаков, про масонов, еще про всякую фигню. За всем этим стоят обычные простые жидобанкиры. Чтобы не знали конкретно, кто занимается всей этой пакостью. Нам подсовывают все. Абсолютно все. Ну как же, вот было вроде как все там вот на Руси, там семьи по 15 детей, там все такое. 64. Ну да, так все вроде толково шло, да. Потом бах, и такой абсерд полный. А кто тебе сказал абсерд? Ну вот, сейчас же. Вот я живу в Сибири, у меня 10 детей, один внук. У моего брата вот 9-го ждут. Нация слабая. Наша? Ну, конечно. Ты считаешь, что для меня можно сказать, что я слабая нация? Пошли 100 метров проводим. Ну, как бы явно видно вырождение общее и все дела. Че? Ты на себя в зеркало смотришь, ты вырожденец? Посмотри на Андрея. Андрей похож на вырожденца? Ну, разные тенденции негативные, которые легко... Андрюха, ты, оказывается, уже тенденция. Ты разная тенденция. На Серегу посмотри, вырожденец. Не, Серега вырожденец. На него смотришь, ну такой миротворенный вырожденец вообще. Явно видно, что положение Ев не самое лучшее в стране. Со всеми природными ресурсами. Кто тебе это показал? Кто-то тебе мультик показал, ты смотришь, о, офигенно интересный мультик. Ну что, далеко ходить, давайте вечером просто прогуляемся по набережной и поймем, как она там, трезвая нация или нет. Тебе заняться нечем вечером? Нет, это есть. Для меня это очевидно, просто... что положение дела, но как бы. Ну ты-то как хочешь это поменять, все, ты мне расскажи. Вот мы здесь собираемся как я хотел бы. У меня есть свое понимание. Ну расскажи. Но мне хотелось бы сначала вашего услышать. Ну почему такое положение? Потому что такие, как ты, сидят, ничего не делают. Они сидят и. Ну, каждый говорит, я один ничего не могу. Мы свое мнение не скажем, мы ваше хотим выслушать. А выслушаем ваше мнение, мы будем критиковать. Правильно? Конечно. Это и есть вырождение. Поэтому подходишь утром в зеркало и говоришь, здорово, вырожденец. Нет у тебя будущего.